Давайте созидать. Давайте созидать свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и с уважением. Так как сейчас мы вспоминаем Кирилла и Лаврентия, Евфросиню Полоцкую, митрополита Филарета, многих других достойнейших людей нашей родной земли. Дорогие друзья, я хочу в этот праздничный день, в этом красивейшем храме белорусской земли обратиться ко всем белорусам. Давайте творить будущее. Будущее не только наше, но прежде всего будущее наших детей, наших внуков. Давайте делать все, чтобы злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы подарить пришедшему за нами поколению мир и покой, чтобы они в полях, на фабриках, заводах смогли работать достойно, жить и растить своих детей. Еще раз всех вас с праздником! Христос воскрес!